гром войны, и мир сияет снова. Поля и села сожжены, и горько плачут вдовы. Я шел домой, свой край родной, шатер покинув братской, и в старом ранце за спиной был весь мой скарб солдатский. Пусть солдат всегда найдет, всегда у вас найдет приют в дороге солдат. Уже найдет у вас приют солдат. Шагал я с легким багажом, счастливый и свободный. Не тягчил я грабежом своей суммы походной. Купец плывет по полну вод за прибылью богатой. Обильной жатвы фермер ждет, но честь удел солдата. Пусть солдат всегда найдет, всегда у вас найдет приют в дороге солдат. Уже найдет у вас приют солдат. Солдат всегда найдет, всегда у вас найдет приют в дороге солдат. Уже найдет у вас приют солдат. Здравия желаю! Разрешите представиться? Отставной солдат королевского полка Жан, по прозвищу Бесстрашный, родом из деревни Дельбас. Воевал в конном и пешем строю. Ранен в грудь, в ногу, в руку, в бок, но ни разу в спину. Уволен в бессрочный отпуск на все четыре стороны. Куда глаза глядят, куда ноги несут. Эх, нельзя ли отдохнуть здесь, сударыня? Не имею чести знать вашего имени. Меня зовут Жанетта, сударь. О, так значит, вы моя тезка. Да. Очень рад. Тезка — это почти родня, когда другой родни-то нет. Ой, а у вас, сударь, нет ни отца, ни матери? Ни брата, ни сестры, ни дяди, ни тетки, ни бабушки, ни дедушки. Пока я на войне гонялся за смертью, она успела прибрать их всех, и старых, и малых. Вот как. Ну, значит, у нас с вами не только одинаковые имена, но и судьба одинаковая. У меня ведь тоже никого нет на свете. Воды бы, сестрица. Сейчас. Ой, мне же надо угостить вас рыбой, вы, наверное, еще не обедали сегодня, да? Давно у меня не было гостей. А я давно не был в гостях, с тех самых пор, как надел солдатский ранец. Солдат ведь не гость, а постоялец. А куда вы теперь идете, Жан Бесстрашный? Куда? Домой. В деревню Дельбас, конечно. Хоть и дома, сказать по правде, у меня никакого нет. А далеко ли ваша деревня? Да не близко. Ну, стоит ли вам идти в такую даль, если у вас там нет ни дома, ни родных? Пожалуй, что и не стоит. Но ежели человеку некуда идти, он идет, куда ему вздумается. А мне вот вздумалось еще раз поглядеть на речку нашу, на лодку, в которой я плавал мальчишкой. Да на те яблони, что росли у нас на берегу. А что же особенного в ваших яблонях и лодках? Особенного, конечно, ничего. Лодка была дырявая, вся в заплатах. И яблони бы не каждому понравились. Яблоки на них были мелкие, кисловатые. Только нигде никогда я не видел таких кривых сучьев, как на наших яблонях. А что же в этом хорошего-то? Да хорошего, конечно, мало. Только на этих сучьях было славно раскачиваться. Вроде как на корабле плывешь или на коне скачешь. А куда же ты вы скакали-то плыли? Ого, да мало ли куда. О, на самый край света. Туда, где хозяйки белье на радугу вешают. Нет уж, непременно мне надо еще хоть раз поглядеть на эти места. Ну, подкрепитесь как следует на дорогу. Кто знает, где вы будете ужинать сегодня. Спасибо, сестрица.
пора мне собираться в путь. Так вы что, и в самом деле хотите идти? Да. Посмотрите, какие у нас леса. Глухие, безлюдные. Вы будете пробираться сквозь чащу день и ночь, ночь и день. И не встретите ни одной живой души. Это ничего. Главное, не сбиться с дороги. Не собьетесь. Я укажу вам приметы. Сначала вы пойдете по тропинке до ручья, а потом обогнете вон ту высокую гору. А зачем огибать-то? Нельзя ли взять ее штурмом? Я взбирался не нет, на такие нет, горы. Нет, эту гору лучше обойти кругом. Это почему же? Говорят, что на той стороне горы стоит старый замок. Разные рассказывают. Не разберешь, где были, где не были. Только одно верно. Живым оттуда еще никто не возвращался. Уж не сидит ли там за семью замками какая-нибудь заколдованная принцесса? Так вы что, хотите идти в старый замок? Конечно. Не ходите. Ну что со мной может случиться? Хуже смерти ничего не бывает. А со смертью мы не раз встречались, и всегда она от меня убегала. Люди верно говорят, кто смерти не боится, того смерть боится. Да и что мне себя беречь? Родни у меня нет, плакать обо мне некому. Как это некому? Вы же сами только что сказали, что тезка это почти родня. Спасибо вам на добром слове, сестрица. Оно в пути мне вместо посоха будет. Так вы все-таки идете? Иду. Зачем? Сам не знаю. Наверное, за своим счастьем. А если за бедой? Да может и так. Счастье-то от беды недалеко живет. Но не поминайте лихом, милая тезка. Постойте, Жан! Как стемнеет, я зажгу у себя на окошке огонек. В темноте он далеко виден. Все-таки вам не так скучно будет в пути. Обернетесь и посмотрите, хорошо? А если вы вдруг захотите вернуться, огонек укажет вам дорогу обратно. Спасибо, сестрица. Уж поверьте, я не раз оглянусь на ваше окошко. Сударь! Дарья, где вы? Обернитесь, сударь! Что за чертовщина? Постой, солдат! Убери свой меч! Не то ходу будет! Я не знаю, что может быть хуже того, что есть.
пока ничего дурного с тобой не случилось. Разве я тебе не нравлюсь? Простите, сударыня, не совсем. Почему не совсем? Лицо мне ваше нравится, лгать не стану. Но не гневайтесь, сударыня. Скорее вас можно принять за змею. Ты прав, солдат. Но я не змея. Не змея? А кто же? Принцесса. Дочь могущественного короля и прекрасной королевы. Честь имею приветствовать ваше высочество! Навсегда я жила в этом унылом замке. Было время, когда лучшая знать нашего королевства ползала у ног принцессы. Тогда у меня еще были ноги. А что же с вами случилось? Меня околдовали. Вот оно как. Заколдованная принцесса. Ну и повезло же мне. А что, это вас навсегда нарядили в змеиную кожу? Бессрочно, так сказать? Или только на время? Пока сюда не придет какой-нибудь бесстрашный человек и не освободит меня. Бесстрашный человек? Вот оно как. Спаси меня, солдат. Ты не пожалеешь об этом. Тебя наградят по-королевски. Ты слышишь? Что же ты молчишь? Ты получишь бархатный кафтан, алмазный перстень, золотые шпоры. Тебе этого мало. Тебе дадут целый мешок золота, испанского скакуна. Ну, говори. Чего ты хочешь? Да ничего я не хочу. Пожалей меня, солдат. Я уже 3 года живу здесь одна, вдали от своей матери, своих подруг. Все живое боится меня. Да я и сама боюсь себя. Если ты меня спасешь, я стану твоей женой. И ты станешь принцем, а потом и королем. Я рад помочь вашему высочеству. Только как это сделать? Сказать по правде, колдовать я не умею. Тут не нужно колдовство. Тут нужна храбрость. Я солдат, сударыня. Храбрость — наше ремесло. Ну тогда слушай меня. Тебя ждет тяжелое испытание. Спустись по этой лестнице в подземелье. Там ты найдешь мои перчатки, платья и башмаки. Достань их и принеси сюда мне. Только и всего? Ну, для этого особенной храбрости не требуется. И говори так, солдат, пока ты не побывал в подземелье. Ну, ступай. Желаю тебе удачи. Ух ты, маленький, ух ты, волосатенький, ух ты, противненький. Вот, вот, перчатки мы сторожим, прохожих мы пугаем. Ну-ка, оп, оп, ну-ка, брысь отсюда. Ну чё уставился, ну чё уставился, солдат, что ли, не видел? Отдай башмаки, я тебя добро прошу. Ну не пугай, не пугай, не пугай. Не хочешь добро? Драться хочешь, да? Драться хочешь. Ну давай, давай. Оп!
А вы кто такие? А мы были разбойниками, и за это нас фея Маглора превратила в пауков и заставила тряпье стеречь. Спасибо тебе, солдат. Если бы не ты, она бы нас никогда не освободила. Да. Так? А теперь мы твои верные слуги. Да, но если только дела твои будут добрые. Ну вот. Теперь прощай. Ваше высочество! Принцесса! Сударыня! Я принес вашу амуницию! Давай скорей! Бросай сюда! Ну, чудеса. Теперь, ваше высочество, сразу видно, что вы настоящая принцесса. Я такой красавицы во сне-то не видел. Не будь я Жан Бесстрашный из деревни Дельбас. Ты не первый мне это говоришь. Еще бы. А что же вы теперь делать будете? Поеду к себе во дворец. Ну, конечно, не оставаться же вам в этом лесу. В столице по вас, небось, соскучились. Родители, подруги. Может, еще кто? Такой красавицы, да еще принцессы. Небось, отбоя от женихов не было. Ко мне сваталось 12 принцев, но я всем отказал. Ну, а теперь в самом деле замуж собираетесь? За кого? За меня. За тебя? Может, я ослышался, но мне показалось, что вы обещали выйти замуж за того, кто вас выручит. Когда я обещал? Ну, когда вы были змеей. Свои обещания я исполняю, солдат. Я устала, хочу отдохнуть. Ступай ты, спокойной ночи. Да куда же мне идти в такую темень? Куда хочешь. Да я никуда не хочу. Я здесь хочу остаться. Я приютила бы тебя в этом замке, да не могу. Не я здесь хозяйка. Не обижайся, солдат. Сегодня ночью жди меня на опушке леса. Только смотри, не проспи. Проспишь, пеняй на себя. Мне ждать не велено.
Не просплю. От счастья, как от горя, плохо спится. Выйди на дорогу. Счастливого пути, солдат. Что это? Сколько я проспал? А? Ничего. Еще темно, до зари далеко. Ой, вон и свет в окошке горит. Милая тезка. Спит, наверное. И во сне не видит, какое я себе счастье добыл. Только бы не проспать. Ой, только бы не проспать.
А что с вами случилось? Вы так изменились со вчерашнего дня. С вчерашнего дня целый век прошел. Я успел найти свое счастье и потерять его. Найти и потерять? Как же это так? Да что рассказывать? Эх, Жанетта, Жанетта, если бы только видели, какая красавица невеста была у меня. А у вас была невеста? Вчера Ване ничего не говорили. Вчера ее еще не было. Так значит, вы встретили ее нынче ночью? Да, нынче ночью. В замке? Кто же она такая? Принцесса. Королевская дочка. Вот как? В этом замке живет принцесса. И она согласилась выйти замуж за вас, за простого солдата. Ну, тогда она еще не была принцессой. А кем же она была? Как вам сказать? Ну, словом, она была змеей. Змеей. Вы не пугайтесь, Жанет. Просто какая-то фея рассердилась на нее и превратила в змею. Я обещал выручить ее и выручил. Она обещала выйти за меня замуж и вот укатила. Значит, она обманула вас. Ну, видно, она как была змеей, так змеей и осталась. Да что вы, Жанет, она тут ни при чем. Я сам виноват, проспал наше свидание. Что же вы теперь думаете делать? Да вот пойду по ее следам. Может, доберусь до нее. Идите, идите. Каждый ищет счастье там, где хочет. Только я не думаю, чтобы она вас любила. Это почему же? Ну, если бы любила, не бросила бы вас посреди дороги, подождала бы. Но ей не велено было ждать. Не знаю. Только я бы так не сделала. Да я тоже. Но ведь она не такая, как мы с вами. Эх, я бы хотел на нее рассердиться, да не могу. Мне и жизнь не мила будет, если я не увижу ее больше. Но, видно, вам и в самом деле надо идти. Сказать по правде, жалко мне вас очень. Не сносить вам головы. Как бы мне помочь вам? Да вы мне помогли уже однажды. Если бы не ваш огонек, я бы сломал себе шею нынче ночью, или бы заблудился. Но теперь путь у вас будет подлиннее и посложнее. Огонька в моем окошке вы уже не увидите. Я иначе помогу вам. Возьмите кошелек и плащ. Они очень пригодятся вам в дороге. Ну, плащ так и быть возьму на память о вас, если он вам действительно не нужен. А кошелек, сказать по правде, мне совсем ни к чему. Денег у меня столько, что можно обойтись и без кошелька. Неужели вы думаете, что я стала бы дарить вам пустой кошелек? В нем есть золотой. Сестрица, а тут ведь два золотых. И
день второй будет для вас не лишний. Нет, не возьму я у вас кошелька. Вы же не принцесса какая-нибудь, чтобы дарить мне золотые. Не принцесса, потому и дарю. Берегите кошелек. А пуще того, берегите плащ. В пути он дороже денег. Да, что верно, то верно. Плащ штука хорошая. Днем оденешься, ночью укроешься. Прощайте, сестрица. Никто никогда ко мне не был добр так, как вы. Да уж верно не будет. Даже уходить мне от вас жалко. Так бы, кажется, я остался с вами здесь. А все-таки идете? Иду. Но не зря же она ждала меня 3 года в своем замке. Не зря же я нашел ее и освободил. Но останусь с вами здесь, а все не будет мне покоя. Ну, ступайте, ступайте. Прощайте. Сестрица, а ведь здесь 3 золотых. И 3-й будет для вас не лишний. Желаю вам счастья, Жан. Прощайте. Скажите на милость, куда это я попал? Ты что, слепой? Разве ты не видишь, что стоишь перед самым дворцом короля? Какого короля? Да уж, конечно, нашего, не африканского. Парень, видно, с неба свалился. Да ты что, неужели не слышал, что мы ждем сегодня принцессу Людовину? Людовину? Вот оно как. Так это что ж, я быстрее ее, что ли, добрался? Ну, плащ у Жанны, ты прям-таки волшебный. А откуда это вы ждете принцессу Людовину? Из монастыря. Ее высочество принцесса Людовина 3 года пробыла в обители святой Маргариты. Понятно, понятно. Ну-ну. Полегче, полегче. Давай, давай, давай. Иди, ступай, ступай. Полегче, полегче. Ступай, 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 не задерживайся, ступай. Доброе утро, ваше высочество. Хоть я и проспал, а явился к сроку. Кто ты такой? Что тебе надо? Вы что, не узнаете меня? Я же Жан Бесстрашный. Гоните его прочь. Ну что, ваше величество, выходит? Не выходит, ваше величество. Ой, какая досада. Я так надеялась, что хоть на этот раз ваш пасьянс выйдет. Что такое? Ну, я задумала, будет ли в нашем доме нынче свадьба или не будет. Ваше величество, а чего же вы мне сразу не сказали?
Я бы давно уж устроил, чтобы вышло. Вот, пожалуйста, посмотрите. Десятку долой, тройку долой, короля наверх, туза наверх. Вот и вышло. Вы довольны, ваше величество? Да нет, это же не считается. Вы же подтасовали карты. Не подтасуешь, пассианс не выйдет, дочка замуж не выйдет. Вы всегда хитрите, где надо и где не надо. А где не надо хитрить, ваше величество? А там, где надо, за это расплачиваться. Ваше величество, а что вы этим хотите сказать? Вы прекрасно знаете, что я хочу... Нет, ваше величество, я не понимаю, что вы хотите сказать. Нет, если бы не ваши уловки, то принцесса не просидела бы... А может быть, она была бы уже женой какого-нибудь короля, может быть, даже императора. Мы, в конце концов, расплатились бы с нашими долгами. С долгами, прекрасно. Да, да. Ваше величество, кто в этом виноват? Вы в этом виноваты, ваше величество. Вы. Я в этом? Да. Ваше величество, фея Маглора, это чья троюродная тетя? Это моя троюродная тетя. Это ваша? Да, да, да. Но ведь это вы научили Людовину украсть волшебный перстень у моей троюродной тетки. Ваше величество, я никогда не учил Людовину красть волшебного перстня. Из волшебного перстня мне нужен был один маленький камешек, а в перстне их около сотни. Но ваша дочь ведь ни в чем не знает меры. Не знаю, не знаю. Только вот из-за этого вашего маленького камешка принцесса очень жестоко расплатилась. Я до сих пор еще за нее беспокоюсь. Она что-то натворила? Когда она успела? Да не волнуйтесь. Ведь она дома всего не третий день. Не волнуйтесь, принцесса ведет себя прекрасно. Но этот солдат... Какой Греша? Да ее избавить. А, от избавителя мы избавимся легко. Я уже отдал распоряжение для того, чтобы его не пускали во дворец. Если он ослушается, я посажу его в тюрьму, я ему отрублю голову и дело с концом. Ваши белые розы, принцесса. Я зачем вас выгнали, Калы? О нет, принцесса, вы мчались как ветер, мы не могли угнаться за вами. О да, ваше величество. Видно, принцесса настолько соскучилась по седлу и стременам, что нам трудно было за ней угнаться. Вполне понятно, ведь в монастыре она вряд ли каталась верхом. Ну, какие же катания в монастыре. Принцесса жила очень в строгой обители. В этом монастыре девицы, которые там воспитывались, заняты были целый день пяльцами и молитвами. Ах, как это должно быть скучно. Целый день в молитвах и за рукоделием. А в каком монастыре вы были, принцесса? А в монастыре Святой Маргариты. Боюсь, за это время, принцесса, вы сделались святой. 3 года в таком уединении. Но зато теперь вам нужно как следует повеселиться. А, мы не дадим принцессе скучать дома. Завтра мы устраиваем бал. Послезавтра маскарад, потом пикник, потом прогулка по морю. Да, но мы очень рассчитываем на вас, молодые люди. Нам известно, что никто не танцует лучше, чем принц Винсент, и никто не травит зайцев. Лучше, чем принц Гиньон. Ой, я постараюсь, чтобы на балу и на маскараде у принцессы не было ни минуты отдыха. А если принцесса согласится на охоте быть моей дамой, я готов гонять лисиц и зайцев 3 дня подряд. Ну, а сейчас не поиграть ли нам в серсо? Ой, я буду счастлив, принцесса. Я готов. Оба принца... Не дурны. Оба хороши, но Винсент лучше. Винсент один. А у Гильома и родные братья, и сводные, и полдюжины сестер. Да, да, теперь выбирать не приходится. Из 12 женихов остались только 2. Кто посватается, за того и вынудим. Да, 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 разумеется, но я очень боюсь. А чего вы боитесь, ваше величество? А я боюсь, как бы они не узнали, где находилась принцесса эти 3 года. Ваше величество, но ведь об этом, кроме нас с вами, никто не знает. А солдат? Ведь я же вам сказал, чтобы его не пускали ко дворцу. Он здесь! Кто? Кто? Желаю здравствовать. Ты через какой вход прошел? Через центральный или через боковой? Нет, не через центральный и не через боковой. А, ну раз прошел, сейчас мы с тобой поговорим. Ваше Величество, позвоните. Ни в коем случае. Ваше Высочество, скажите гостям, что у вас заболела голова. Извинитесь перед ними. И немедленно возвращайтесь к нам.
Ну давай, давай, говори, чего тебе надо, чего ты пришел? Я об этом скажу только королю и королеве. Ну начинай тогда, начинай. Кроме нас, других королей и королев в этом государстве пока нет. Желаю здравствовать, Ваше Величество. Не гневайтесь, что я вас не узнал. Но вот у меня тут вот полно ваших портретов. Да вы на них не больно-то похожи. Вот. О. И много у тебя таких портретов? Без счета, Ваше Величество. В этом кошельке много ли у месяца? Ну, а много ли воды в ручейке? А течет, не высыхает. Вот, Ваше Величество, полюбуйтесь, кошелек. 3 монеты достану, 3 появятся. 5, 5, 10, 10. 100, сотня, 1000, 1000. Не богатство, Ваше Величество. Да и не бедность. Ну, давай, давай, рассказывай. Что за дело тебя к нам привело? Ваше Величество. Да дело простое, Ваше Величество. Да. Дочка ваша, принцесса, обещала выйти за меня замуж. Принцесса за... Ага. Ну, посмотрим. Ваше Величество. Что скажете, Ваше Величество? А как вас зовут? Откуда вы? Не могу же я выдать за вас дочку, не узнавши ни вашего имени, ни звания? Зовут меня, Ваше Величество, Жан. Звание мое отставной солдат, а родом я из деревни Дельбас. Из Дельбас? А! Из Дельбас, очень приятно. Да, Ваше Величество. Ваше Величество. Кажется, королева не очень хочет выдавать за вас дочку. Ну, я ее уговорю. Ваше Высочество. А вы, молодой человек, развлеките принцессу. Знаете что, вы покажите ей вот этот кошелек, в котором вы храните мои портреты. Хорошо, Ваше Величество. Ваше Высочество! Ваше Высочество! Ваше Высочество! А, Ваше Высочество! Ваше Высочество, что я узнал? Вы согласились выйти замуж вот за этого молодого человека? Ваше Величество, вы же знаете. Ваше Величество, я вам рассказывала, как это случилось. Да? Нет, я не помню, а что? Как вы не помните? Фея Маглора велела мне дать руку человеку, который освободит меня. Да, а помню. Ну и что? Вы обещали. Ну, я обещала, ну, но я же не виновата, что моим избавителем оказался простой солдат. Ну, не выходить же мне замуж за мужика. А почему бы нет? За солдата? Ну, да. За мужика? Ну, что обещано, то свято. Первый раз слышу это от Вашего Величества. В конце концов, он сам виноват. Он нарушил наш уговор. Он проспал назначенное ему свидание. Саша, ну и что, что он проспал? Он человек молодой. У него крепкий сон. Верно, верно, Ваше Величество. Да я бы не проспал. Никогда со мной этого на службе не случалось. Уж такой, Ваше Величество, день выдался. Устал с дороги. Да и драка была хорошая. Один против троих. Но доконал меня этот напиток, который принцесса мне на прощание поднесла. Ну, прямо сонное зелье. Этакий напиток целый полк с ног свалит. Нехорошо, Ваше Высочество, нехорошо. Я король и обязан быть справедливым. Вы сами во всем виноваты, а сердитесь на вашего жениха. Вот вам мой совет. Поговорите с ним, помиритесь. Я не понимаю вас, Ваше Сейчас все поймете. Дочь моя, этот молодой человек обладает несомненными достоинствами, которые вам очень не мешало бы у него позаимствовать. Порадуйте же вашего старого отца. Будьте умницей.
А вы, молодой человек, не сердитесь на принцессу. Она молодая, немножко избалованная. Что поделаешь? Единственная дочь. Ваше Величество, пойдемте, пойдемте. Молодежь прекрасно во всем разберется и без нас. Хороший у вас батюшка. Сердечный, простой. Человека с полуслова понимает. Справедливый. Вы ему понравились. А вам? Вот в том-то и дело, что я вам не нравлюсь. Не хотите вы за меня замуж выходить? А все потому, что я простой солдат, а не принц. А вы хотите на мне жениться, потому что я принцесса? Да что вы, Людовина. Будь вы простой селедочницей, я бы то на вас женился. Но посмотрите, что со мной происходит. Я гоняюсь за вами по всему свету. Хотел попасть на родину, попал черт знает куда. Чему я не верю? Принцесса, Людовина, ваше высочество, вы что, плачете? Нет, я не плачу. Просто так взгрустнулась. Ну что вам-то грустить? Такая красавица, королевская дочка. Ну, ну развеселитесь же, ну чем мне вас позабавить, ну? Ничего мне не надо. Да, ваш батюшка просил меня показать вам кошелек. Кошелек? Да. А что в нем особенного? Особенного ничего. Старый потертый кошелек. Старый-то он старый. Да не совсем. Вот, достану из него золотой, а в нем тотчас же другой заблестит. Какой забавный кошелек. Где вы его взяли? Мне дали его на время. А, значит, это не ваш кошелек. Не мой. Я взял его у своего друга. Только чтобы до вас добраться. Да, кстати, а как вы оказались здесь так скоро? Хорошо, я скажу вам. Только вы никому ни слова. Все дело в этом плаще. Плаще? А в нем что особенного? Старый плащ? Ничего особенного, ничего. Вот захочу на море, скажу, куда мне надо, и тотчас же там. Только вы меня и видели. Вот как вы оказались во дворце. Дайте померить. Померьте. Куда же вы? Схватите его! Свяжите по рукам и по ногам! И бросьте в змеиный овраг! Ты еще узнаешь, какие бывают змеи! Прощай, Жан Бесстрашный! Желаю тебе испугаться!
Браток! Ну, братцы, а здоровы мы их, а? А не нас тоже. Ой. Кошелек ты плащ уже на это дала. В этом, во дворце остались. Братцы, я приду. Я говорю гадалке, что-то никак не пойму, отчего я люблю все вкусное, а невкусного в рот не возьму. Отчего у мота веселый, а у жмота печальный вид. Легко загадки загадывать. Гадалка мне говорит, а я говорю гадалке, что-то никак не пойму. Всем не везет на свете, или только мне одному. То плывет рыбешка, то пташечка улетит. Легко загадки загадывать, легко загадки загадывать. Гадалка мне говорит. Я говорю гадалке, что-то никак не пойму, раз всем помирать придется и вообще пропадать всему. Зачем этот мир прекрасен и как праздничный стол накрыт? Легко загадки загадывать. Гадалка мне говорит, а я говорю гадалке, что-то никак не пойму. Где же причина, почему на все почему? От этих самых загадок в глазу аж слеза горит. Легко загадки загадывать, легко загадки загадывать. Гадалка мне говорит, легко загадки загадывать, легко загадки загадывать. Гадалка мне говорит. Яблоки, яблоки из чужой страны, золотые яблоки, да чего вкусны? Пошел прочь, нашел место, где яблоками торговать, у самого королевского дворца. Яблоки из чужой Ступай. Страны! Золотые яблоки, для чего вкусные? Ничего, вот послушай. Анна-Мария,
Еще услышу хоть слово, велю отрезать тебе язык. Подай мне булавки, Шарлотта Луиза. Адельгунда, что? Ну опять ты подевала куда-то золотые нитки. Что? Пальцы уколола. Куда не торопитесь своей свадьбой? Из 12 женихов только один и остался. Этот гильон собачник. Да чего вкусны? Тише вы. А мы тихо. Смотрите, что мне дали. Ну, яблоко. У нас таких полон сад. Нет. Торговец сказал, таких яблок нигде не найдешь. Он сказал, если у барышни это яблоко скушаете, сразу красавицей станете. Я же скорее. Какая красавица! Это Луиза. Какая красавица! Какая ты стала! Что за шутка? Почему не работаете? Простите, ваше высочество, это все Шарлотта Луиза. Извините, ваше высочество. Тут у ворот стоял разносчик, он торговал яблоками. Я съела одно. Видите, как преобразилось. Дура! Беги скорее за этим разносчиком. Если ты его не найдешь, тебе не сдобровать. Повышите! Никогда не слышала ничего подобного. Что это за яблоки? Не знаю, ваше высочество. Не знаем, ваше высочество. Ну, почем у тебя эти яблоки? Червонец за штуку. Ты шутишь? За одно яблоко червонец? Дорого не берите, я пойду. Ну, постой, постой, постой. Сколько же взять? Да не скупитесь, ваше высочество. Деньги-то у вас несчитанные. Ну, хорошо. Всю корзину. Приятного аппетита, ваше высочество. Работайте, работайте. Найдите его. Кого? Приведите его, разыщите его. Кого? Кого? Разносчика, который продал мне эти проклятые яблоки. Успокойтесь, сударыня. Успокойтесь. Это она. Успокойтесь, сударыня. Это сейчас, она. Я сейчас велю она переловить всех разносчиков яблок. А этих девчонок я сам отправлю в подземелье, голову. Для того, чтобы они не распространялись. Отрубите ей не надо. Я сначала велю ее перепробовать яблоки у всех разносчиков. Ну-ка, трещотки. За мной. О! И дня красавица не побыла. Да уж прибой остался. Все не так жалко. Какие рожищи. Смотреть страшно. Ну так вы не смотрите, если вам страшно. Оставьте меня одну! Ну как же я вас могу оставить? Вы же моя дочь. Ой, боже мой, боже мой. Боже мой, никогда в жизни в роду у нас не было рогов. Тихо. Ваше Величество, врач.
Низко кланяюсь вашему величеству. Низко кланяюсь вашему высочеству. Что же это вы хворать вздумали, ваше высочество? Нехорошо. Ай-яй-яй, нехорошо. Ну-ка, покажите язык. А, прекрасный язык. Так, на что жалуетесь? Доктор. Да. Вы посмотрите на ее голову. Очень хорошо. Что это? Это рога. Корнус вульгарис. Просторечий, рога обыкновенные. Вы что, смеетесь надо мной? Сейчас же вылечите мою голову, или вам отрубят вашу. Людовина, ну будьте терпеливее. Доктор, да. Уничтожьте рога. Принцесса должна выйти замуж. Конечно, конечно, не извольте беспокоиться. Сейчас, немножечко терпения. Сегодня выдался прекрасный денек, не правда ли? Вы еще не гуляли сегодня, ваше высочество? А? Лечите. Я лечу, ваше высочество. Я лечил вас, когда вы еще были маленькой, лежали, так сказать, в колыбельке. А теперь вот вы какая красавица выросли. Вы лечите. Я лечу, ваше высочество. Да, очень крепкие рога. Значит, вы не можете меня вылечить. То есть, как я не могу, не могу. У меня есть сильно действующее лекарство. Вот оно, сейчас, винум мелепидум, по старинному рецепту. Значит, взять сушеных кузнечиков, половину фунта, положить их в Мадеру, через несколько дней процедить, отжать под очень тяжелым грузом, добавить 2 драхмы шафрана, 1 драхму столовой соли, немного янтарной соли, и через неделю вновь процедить. Затем принимать по 2 унции 2 раза в день, и ваши рога как рукой снимут. Вместе с вашей головой. Я не буду пить эту мерзость. Не хотите? Не надо, ваше высочество. У меня есть дивное снадобье, примочка. Очень хорошая примочка. Вот она. Сейчас мы... Простите. Сейчас, вот я сейчас приложу, ваше высочество, к вашим рожкам, и все пройдет. Все. Все, потерпите немного. Ну как, они стали немножечко мягче, а? Тверже! Ну и хорошо, ваше высочество, так и должно быть. Завтра эту процедуру повторить, послезавтра тоже, затем 2 дня перерыв, а вот воскресенье... Нет, воскресенье у нас будет свадьба. Ну и что? Рога свадьбе не помешают? Только надо эти рога взять и хорошенько закутать, чтобы не простудиться на сквозняке. Кроме того, надо приложить ночью влажное полотенце к рогам, потому что рога молодые, они еще могут начать чесаться. Поэтому... Уходите! Сейчас же уходите! Иначе я вас умоляю! Дитя мое, не говорите! Подземелье! Не надо подземелье, ваше высочество! Можно еще попробовать корень мандрагоры! Подземелье! Ваше высочество, можно еще попробовать крыло летучей мыши? Подземелье! Палец помешанного! Нет помешанного, не надо! Подземелье! Палец помешанного, не надо! Подземелье! О-хо-хо-хо-хо-хо! Рога так рога! Это что же у вас от рождения? Ну что, доктор, она родилась прелестным ребенком. И до сегодняшнего дня у нее был гладкий чистый лобик. Так. А в роду рогатых не было? Бабушки там, дедушки? Бабушки, рогатая бабушка, вы что? Вы забываете, что вы говорите о королевской семье? За все тысячелетие это первый раз рогатая принцесса. Так. Покажите-ка мне ваши рога. Угу. Ой, дитя мое, какое горе вы мне причинили. Ваше Величество, пойдите вон. Ну, говорите, ваше высочество, отчего у вас рога выросли? Я съела несколько яблок. Яблок? Ну, стало быть, яблоками вас и надо лечить. Ни за что. Я больше в рот не возьму ни одного яблока. Ваше Высочество. Яблоки бывают разные. Вы съели рогатое яблоко, а есть еще и безрогие. Съешь рогатое, рога вырастут. Съешь безрогое, отвалится. Только достать их очень трудно.
На самом краю света растут. Найдите. Найдите мне такое яблоко. Я ничего не пожалею. Я вам пол королевства отдам. Я вижу, ваше высочество, рога вам пришлись не ко двору. Ну, сказать по правде, есть у меня такое яблоко. Только ведь ему цены нет. Дайте. Дайте мне это яблоко. Я вам все отдам. Да вы уж и так мне пол королевства обещали. Я вам и вторую половину отдам, когда его величество скончается. Вот оно. Только я не хочу его тратить понапрасну. Ну почему ж понапрасну? Эти яблоки не действуют, когда у человека есть что-то на совести. Вспомните, ваше высочество. Может быть, вы кого-нибудь обидели? Я? Нет, никого. Желаю здравствовать, ваше высочество. Постойте! Постойте! Я вам все скажу. Все! Я взяла у одного солдата плащ. И только? Еще я взяла у этого солдата кошелек. Ну, давайте эти вещи мне. Пока не у вас, яблоко на вас не подействует. Давайте яблоко. Яблоко от вас не уйдет. Но ведь оно у меня только одно. Вспомните, ваше высочество, может быть, вы еще кого обидели? Эти девчонки, которые тут шили, я приказала их посадить в подземелье. Одной отрубят голову. Это считается обидой? Считается. Прикажите выпустить. Выпустить всех из подземелья! Вот отлично. Кушайте, ваше величество, на здоровье. Наконец-то! Так это вы? Я, ваше высочество. И разносчиком яблок были вы? Я, ваше высочество, собственной персоной. Схватите его! Ваше высочество, плащ-то у меня. Пока ваши слуги сбегутся, я уже буду за морем. В чем дело? Что случилось? Смотрите, у нее отвалились рога. Ну что же вы плачете? Ну это, наверное, от радости. Он ушел! Его теперь не верну! На самом деле доктора здесь нет. А куда доктор девался? А? Ну не важно куда, он же нам теперь не нужен. Я прошу вас, пожалуйста, говорите толком. В чем дело? Толком? Он унес мой плащ и мой кошелек. Она совсем с ума сошла от счастья. Эх, сударыня, на весь свет хитрости прославились, а простой солдат, мужик, вас перехитрил, вокруг пальца обвел. Что ж вы теперь стоите без кошелька-то, а? Лучше уж вам быть рогатой, да богатой.
Ну что, Ваше Величество, выходит? Нет, Ваше Величество, не выходит. Ну что, солдат, в сторожа попал? Плохой я сторож. Все, что было дорогого, не сберег. Да, худо. А кто в домике живет? В том-то и дело, что никто не живет. А жила девушка одна, Жанет. Ну ты не горюй, ты посиди на скамеечке и подожди. Один налево, другой направо, третий, куда глаза глядят. Бегите и говорите. Как ее зовут? Жанетта. Бегите и кричите. Жанетта домой! Жанетта домой! Жанетта домой! Жанетта домой, Жанетта домой. Все,